Close to the Sun – это антиутопия, до жути напоминающая BioShock. И при этом авторы постоянно подчеркивают, что их игра – это не BioShock ни в коей мере. Но спутать и вправду легко. Посудите сами. Вам предлагают окунуться в альтернативную историю, где Никола Тесла таки нашел способ передавать электричество на расстоянии и без проводов, благодаря чему стал богатейшим парнем на Земле. Будучи человеком от мира науки, он как никто понимал, что законы государств, которыми правят недальновидные, алчные дураки, тормозят научный прогресс. Поэтому он построил монументальнейший корабль задолго до Титаника, на борту которого каждый ученый найдет себе место, а его исследования не будут ограничены жалкими правилами. Внутреннее убранство судна, где развернутся все события, спроектировано в стиле арт-деко, который призван придать комфорт и ощущение элитарности великим умам. Ничего не напоминает? Итак, вы на Stop Game.ru, у микрофона Эльман Гусейнов, и я предлагаю разобраться, почему Close to the Sun — это не BioShock. Пожалуй, начнем с сюжета. Главная героиня, Роуз Арчер, по приглашению своей сестры Ады прибывает на Гелиос, ту самую обитель ученых. Едва сойдя на ее палубу, она метко отмечает, что сестра, должно быть, забыла оповестить всех о ее прибытии. Иначе как объяснить пустоту стыковочных доков? Как она и предполагала, парадный вход в противоположной стороне помещения. Величественные ворота в этот рай научной мысли открыты перед ней, и за ними верно должен найтись хоть кто-то, кто поможет найти сестру. Вот только едва она проходит за массивные двери, как те схлопываются у нее за спиной, как клешни капкана. А на них надпись «Карантин». Поднявшись на одну из жилых палуб, героиня связывается с Адой, которая удивляется прибытию Роуз и говорит что-то об экспериментах, какой-то энергии и времени, но чтобы получить все ответы, сестрам нужно встретиться. Первое время действительно интересно собирать записки, раскрывающие быт экипажа и пассажиров Гелиоса. Ведь только они способны пролить свет на происходящее. За все 3-4 часа прохождения героиня встретит лишь 4 персонажей. Зато записками можно было бы отопить пол Винтерфелла, а в чернилах утопить лютоволка. Слово «прохождение» как нельзя лучше описывает геймплей. Ведь в нем главное отличие Close to the Sun от BioShock. Роуз Арчер совершенно не способна дать отпор своим врагам. Она лишь свидетель развернувшейся на Гелиосе трагедии. Поначалу может показаться, что Close to the Sun могла бы стать своеобразной наследницей второго эпизода дополнения Burial at Sea к BioShock Infinite, но это не так. Ключевое отличие в том, что мы разбираем трехмерный квест-бродилку, который целиком и полностью построен на интерактивных точках. Взаимодействие с ними происходит по нажатию левой кнопки мыши, что постоянно подводит игрока в чрезвычайно изматывающих эпизодах. Поскольку Роуз Арчер всего лишь журналистка, что является безумнейшим клише для жанров квеста, хоррора и детектива, ее руки испачкаются в крови лишь по воле сценаристов. А вот когда враги стремятся получить голову героини, начинается эпизод побега. Быстро удрать или поиграть в прятки со врагом, присев за ящиком, не выйдет. Роуз бегает ровно так, как должна бегать барышня на каблуках, а на прятки за ящиком у авторов хватило фантазии лишь раз. Зато им сполна хватило фантазии сделать препятствия во время сцен погони интерактивными. То есть, чтобы перепрыгнуть через любую дрянь на своем пути, нужно ухитриться вовремя тыкнуть левую кнопку мыши. Очень динамично, подумали разработчики, поэтому пообещали, что действовать придется не грубой силой, а мозгами. Видите ли, условие выживания — это умение быстро принимать решения. Поэтому во время погони любое отклонение от единственно верного пути приводит к... безудержно веселому заучиванию маршрута впоследствии. В остальное же время игроку предстоит ходить по жутким залам корабля, обходя растерзанные тела, тыкать выключатели и читать записки. Загадки, решения которых позволит продвинуться дальше, не доставили проблем даже такому беспросветному дурню, как я. Нужные ключи всегда где-то в соседней комнате, необходимый выключатель где-то сбоку, а схемы последовательных включений рубильников просты, как слив унитаза.
Close to the Sun сумела пощекотать мне нервишки, и не только потому, что я впечатлительный парень. Пустые залы и зловещие звуки вселяют страх перед неизведанным темным углом. И это хорошо. Но после первой же погони магия ужаса исчезает, потому что начинаешь понимать, что единственная реальная опасность здесь — это неуклюжая интерактивность и поломанные скрипты. И это... Посредственно! В одной из глав Роуз попадает в помещение со здоровенной электрической катушкой, которую необходимо отключить, не сгорев в волнах испепеляющей энергии. Казалось бы, всего лишь пробежать на другой конец локации, укрываясь от волн за странными баками. Но тут все несколько сложнее. И вот я, значит, дернул рубильник и вижу возле него лестницу. Вполне логично, что туда-то и нужно, поскольку дорожка сверху ведет только в одну сторону, к одной единственной двери. Вот только электрический разряд настигает тушку игрока за пару шагов до желанного дверного проема. Роуз истошно кричит и театрально крутится при смерти. Затем загрузка, и волна убивает героиню сразу же, как только она появилась. Казалось бы, классическое сохранение за миг до смерти, но нет. Уже при следующей загрузке волна снова накатывает лишь за пару шагов до двери. Пробуешь где-то спрятаться, поискать другой путь, умираешь раз за разом и вдруг выясняешь, что тебе нужно было просто вернуться назад и свернуть направо. К этому моменту крутящаяся при смерти камера уже вызвала у меня тошноту и головокружение, а предсмертный крик героини, казалось, будет сниться мне ночами. Где-то в записках еще и раскрывалась война Теслы с Эдисоном, который то и дело засылал шпионов на Гелиос для саботажа, но вообще ни одна сюжетная линия не получает завершения. Даже в записках. Игра заканчивается клиффхенгером. Персонажи ни капли не раскрываются, а интрига вокруг скачков по таймлайну сливается финальными титрами. Итальянцы из Storm in a Teacup не только обещали захватывающий сюжет, но и стали обладателями гранта на работу над проектом от Epic Games. Как можно догадаться, именно современная версия их движка и легла в основу Close to the Sun. Обещание Epic в том, что в их магазине будут только лучшие проекты и выданный грант как бы предваряли чутка завышенные ожидания. Сами девелоперы особо хвалили Unreal Engine, который сменил Unity, и травили байки о том, что перемена позволила многократно поднять качество проекта и бла-бла-бла. Но эти заверения вызывают лишь ухмылку, когда в первой же сцене видишь размытые текстуры перчаток главной героини, приехавшие откуда-то из 2007-го. Текстурки вообще словно в наглую скопировали из первой Bioshock. И мне действительно сложно представить, насколько все было плохо с игрой, если переход с Unity на Unreal Engine и вправду повысил качество. Потому что скроена она не лучше большинства модов, не говоря уже о блокбастерах. Демонстрируя виды дебютной Bioshock и пытаясь переиначить сюжет Infinite, Close to the Sun умудряется тормозить там, где уютно себя чувствовала релизная Kingdom Come, и насрать в голову вторичной историей о временных парадоксах и замкнутом круге событий. Да что там говорить, если даже освещение наладить никто не удосужился, из-за чего при максимально выкрученной полоске гаммы вы будете чувствовать себя Джоном Сноу при битве за Винтерфелл, пытаясь разглядеть, где тут что горит. Этот любительский проект рассыпается еще на уровне концепта, потому что в мире, где Тесла изобрел беспроводную передачу электричества, просто не должно существовать столько проводов, которые то и дело закрывают доступ к определенным областям. Не показать ни одного персонажа на экране, кроме этих межвременных силуэтов, было бы лучшим решением, потому что как только в кадре появился другой герой этого фанфика, глаза захотелось прикрыть рукой. Но кое-что прекрасное в этом проходняке, а именно к этой оценке я и склоняюсь, все же есть. Во-первых, это приятный саундтрек, а во-вторых, в какой-то момент Close to the Sun все же способна затянуть. И даже кому-то понравится. Какая-нибудь барышня, которая в детстве играла в «Возвращение на таинственный остров», может оценить эту бродилку по достоинству. По крайней мере, здесь привлекательный антураж, пусть и не отработанный ни в коей мере. Но на этом все. До встречи на StopGame.ru.